клубе по месту жительства «Пламя» выбрали лучших добровольцев. Конкурс в Магадане провели впервые. Участвовали 17 команд. В течение месяца волонтеры проводили квест-игры, эстафеты и социальные акции для дошколят и воспитанников летних оздоровительных лагерей. Среди победителей команда «Добровольный тон». Они провели акцию в сквере 70-летия Магадана. Рассказывали людям о проблеме травли детей в коллективах. Не на победу рассчитывали, а на то, чтобы люди больше узнали о том, что творится в мире, потому что люди не хотят воспринимать что-то негативное. Все должно быть весело и очень с добротой, а тут негатив, и нужно бороться с этой проблемой. В конкурсе добровольцев участвовали 67 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Победители получили грамоты и призы от социальных партнеров.